Приветствую вас на канале DocBlog, канал, созданный врачами для людей, которые интересуются своим здоровьем. В сегодняшнем выпуске из рубрики «АСМР остеопатия» вы увидите остеопатический сеанс, который проведет доктор Вадим с Ольгой, с медсестрой, которую вы могли видеть в этом видео, рассказывающим о тибетской гимнастике. Не забывайте подписываться на канал, мы ждем вас в гости, пишите свои комментарии и увидимся в следующем видео. Будьте здоровы! Ну, нормально. Глухонемой? Угу. Страшно немножко. Ладно, если страшно, кричите. Ну вот, идеал. Да. Угу. Оттуда видно. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем серию видео про остеопатию. У нас сегодня новый пациент, девушка Оля. Оля, расскажите, пожалуйста, нашим подписчикам, зрителям, что вас беспокоит, что привело на прием. При поднятии руки вверх беспокоит зона позвонков. Ноги болят, потому что были травмы и, естественно, дают о себе знать. Также иногда беспокоит зона шеи, позвонков, плечи. Ну, в общем, вот как-то так. А голова не беспокоит? Головные боли? Головные боли беспокоят, да. Беспокоит. Поясница? Ну, поясница... Нормально? Да, да, не жалуюсь. А со стороны органов брюшной полости, живот, нигде ничего не беспокоит? Нет, ни живота? Нет, не беспокоит, все хорошо. Перед менструацией? Нет, нет таких проблем. То есть все хорошо? Да. Оль, я сейчас проведу диагностику, посмотрю ваш позвоночник, голову, шею, конечности и определю тот объем мероприятий, манипуляций, которые буду проводить для того, чтобы скорректировать те нарушения. И в конечном итоге, чтобы вас перестали беспокоить эти жалобы, и чтобы жизнь наладилась. Хорошо. Так, Оль, расслабились? Совсем. В комфортной позе. Смотрим прямо перед собой, головой желательно не крутить. Хорошо. Замок какой? Левый, да? Левая нога. Если посмотреться, она завалена сюда. То есть? Да. Вот так она идет. Если сравнить с правой, правая опора совершенно по-другому. Ну и, соответственно, весь вес идет на правую ногу, левая нога как вспомогательная. Есть такое ощущение? Да, так оно и есть. Угу. Ну и, чтобы обращать на себя внимание, корпус повернут вправо. Вот так. Не сильно, но градусов на 3-5 повернут. Ну, это, скорее всего, поясница. Сейчас посмотрим дальше. Так. Ну, небольшой есть у нас по уровню плеч, левая повыше, правая пониже. И, как я говорил, корпус ротирован вправо. Так, сейчас смотрим перед собой, делаем глубокий вдох и с выдохом закрываем глазки. Ну, посмотрим, вот слева немножко уходит в сторону. Так, руки расслаблены и висят. Угу. Так, и таз. Thank you.
Я провел диагностику, устранил блок в позвонках шейного отдела C1, C2, ну, с характерным хрустом. А сейчас буду смотреть грудной отдел позвоночника от 1 грудного до 12. При необходимости устраним блоки, которые в этом отделе позвоночника, и также реберно-позвоночный угол, реберно-позвоночное сочленение. Сейчас посмотрю, уберу неспецифические блоки между позвонками и сочленениями с ребрами. С одной стороны, потом с другой стороны. Угу. Ну, здесь можно без дыхания. Угу. Правую сторону мы уже отработали. Сейчас немножечко поправим, растянем мышцы с левой стороны. Другую сторону. Голову поворачиваем, чтобы дышать лучше было. Итак, друзья, мы отработали шейный отдел позвоночника у Оли и грудной отдел позвоночника. Сейчас посмотрим, какие же дисфункции мы можем устранить в поясничном отделе позвоночника. А сейчас мы повторим то же самое, но с другой стороны. Снято. И теперь давай. Нет.
Давай прям посреди работы, вот типа реакцию снимем, ты спросишь, как ощущения, а Оля что-то ответит. Вот прям по-свежему. Вы скажите, что вам, чтобы было... Вот как есть. Мы снимаем, мы сейчас ничего не подтасовываем. А я прям крупным планом сниму. Подождите, я не придумала. Он сейчас спросит, а просто ответ, что в голову придет. Вот, все, можно руки отпустить. Как ощущения? Очень хорошо. Ну, все страшно? Нет, не страшно, наоборот. Ну, состояние улучшилось. А почему такие звуки? Вообще, в плане боли ничего нету. Очень даже, как сказать, интересно, наверное. Ну, просто... но становится намного легче. Не намного, а сразу легче. Ну, наверное, вот эти звуки были связаны с своей, ну, как бы непривычной позой. Да, да, да. Хорошо, спасибо. Ну, сейчас посмотрим ножки. Ой. Отлично. Хорошо. Ровно, ровно. Ну вот. Нога поменялась. Угу. Вот еще правда такая ровная. Ах. Мне кажется, такого... Записывай. Я думала, такого не будет. Уже никогда. Спасибо большое. Вот теперь ноги выровнялись. Отлично. Хотя вначале это было, разница была между ними где-то около полусантиметра. Сейчас дело за малым. Пяточку поправим и будет вообще отлично. Это я колдую. Да я так подумала.
Блоки уходили в поясничном отделе, и кишечник освободился. Ну, сразу перистальтика пошла. Ну, кстати, про это пост был в Инстаграме. Да, да, я видела. Так, сейчас сделаем еще одну штуку. Сейчас стопы на себя. Стопы. Угу. Расслабить. Хорошо. И от себя. Угу. Хорошо, отлично. Сгибаем. И второе. Стопы рядом. Угу. Задача. Угу. Со всей пролетарской ненавистью сводим коленки, давим мой кулак. Вот это да. Да, такое бывает. Сильно, сильно, сильно. Достаточно. Сводим. Сильно, сильно, сильно. Таз не отрываем от кушетки. Давим. Ты... Тут каши мало ел. Да. Еще разочек разводим. Достаточно. И контрольный сейчас будет. Да, сильно, сильно, сильно. Вуля. Да не надо бояться. Я не боюсь, оно все не жмется. Хотя я почувствовала, что щелкнуло внутри, почувствовала. Ну да, это были косточки лонного сочленения. Таз встал на место, все встало на место, и лонные косточки сместились друг относительно друга, встали на свое место. Так, супер. Теперь задача какая? Немножечко таз приподнимаем и отпускаем, не вот прям как бросаем. Супер, отлично, умница. Ну вот, идеал. Да. Угу. Оттуда видно. Видно. Так, сейчас еще раз. Крестец послушаю. И, в принципе, можно. Опускай. Ну вот. Класс. Крестец задышал. Так, а что нужно там? Ну, подвздошные кости разбились, до этого не стояли. Сейчас еще будем. Вот тут блок. Ну, стопы показательно вынулись. Хорошо. Так, сейчас. На бочок. Какой? На правый. Так, теперь, Оля, этой рукой отталкиваемся, ноги опускаем и садимся. Хорошо. Голова не кружится? Нет. Как самочувствие, как ощущение? Шикарно. Шикарно? Да. Супер. Тогда спускаемся на пол. Пошире. Угу. Чуть поуже. Супер. И расслабиться. Пиздец. Смотрим перед собой. Глубокий вдох. И с выдохом закрываем глазки. Открываем. Так. Оль, как самочувствие? Вот сразу после. Оль, как самочувствие сразу после окончания процедуры? Вот только что встали с кушетки,
Есть какие-нибудь изменения вот за тот час, который я работал, до того и сейчас? Да, конечно, есть. Сразу чувствуется такое облегчение. Все стало на место. По ощущениям появилась легкость, свобода, так прям и дышится хорошо. А как вот сейчас стоишь? Так же, как и до сеанса? Нет, ровно. Ровно я прям ощущаю. То есть у меня идет упор не на одну свою правую ногу, а на обе. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Друзья, напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть из рубрики «Сам себе остеопат». Друзья, подписывайтесь на наш канал. Также у меня есть канал в Инстаграме, где можно написать мне в директ.